здесь лежит книжка. Две книжки. Белая и коричневая книжка. Коричневой книжки последний экземпляр. Ее нельзя. Белая книжка совсем вышла совсем недавно, и она называется «Тебе». И она издана в соавторстве, обе книжки изданы в соавторстве с Александром Георгиевичем Троуготовым. Собственно, так случилось, что инициатором и первой, и второй был именно Александр Георгиевич. И сколько, года два назад он говорит: «Алексей, давайте сделаем книжку памяти Марины». Мы планировали выпустить ее год назад, но вот она вышла к этому дню рождения. Счастье работать с Троуготом, с Троуготами, это... Вот они, как Лена Фролова, изменили мою жизнь, так и Троуготы изменили мою жизнь.